Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, потому что у меня будет много праздничных и не только рецептов. Сегодня мы с вами готовим классический крабовый салат с крабовыми палочками, но сделаем его не совсем обычным способом. Этот рецепт понравится тем, кому классический крабовый салат уже надоел и хочется чего-то новенького. Для салата нам понадобятся, конечно же, крабовые палочки, плавленый сырок, консервированная сладкая кукуруза, корейская морковка, вареные яйца и, конечно же, майонез. Здесь лайфхак. Чтобы сырок было легче нарезать или натереть на терке, мы убираем его на 15 минут в морозилку. И пока займемся остальными ингредиентами. Для начала нам нужно нарезать крабовые палочки на полоски. Крабовые палочки нарезались. Получилось вот так. И теперь нам нужно мелко порезать яйца. И теперь нам остается порезать плавленый сырок на маленькие кубики. Теперь мы берем салатник или какую-то миску и просто смешиваем все наши ингредиенты. И в конце добавляем еще консервированную кукурузу и корейскую морковку. Теперь заправляем наш салат майонезом и перемешиваем. Наш салатик готов. Теперь нам осталось лишь выложить его в красивую салатницу и красиво украсить. И будем пробовать. Смотрите, какая красота у нас получилась. Давайте быстрее попробуем. Если честно, этот салат мне нравится намного больше, чем классический крабовый, потому что он с такой пикантной ноткой корейской моркови. И корейская морковка, кстати, вкус, нежный вкус крабовых палочек совсем не перебивает. Мне нравится очень. Наверное, именно этот салат на новогодний стол я и приготовлю. Если вам понравился рецепт, обязательно поставьте лайк, а еще лучше поставьте лайк и напишите комментарий. Подписывайтесь на мой канал, будем вместе готовить. Пока!